Друзья, всем привет! Сегодня я сделаю нечто такое, что нежелательно и запрещено во многих городах. Поэтому я вас очень прошу, не повторяйте за мной. Это можно делать тем, у кого свой дом загородный, да, либо же если вы живете в частной квартире, но у вас есть возможность выйти на берег, как у меня. Я живу через дорогу от Днепра. Если есть такая же возможность, вот я сегодня вышел, быстро пожарю и убегаю домой. Скумбрию почистили, не обязательно это делать на природе, это можно сделать и дома, но очень важно не солить, не перчить, никаких специй, ничего здесь не нужно. Друзья, важный момент. Я осознанно не использовал полноценно решетку, чтобы не придавливать рыбу, чтобы, когда мы ее будем снимать, чтобы не оставалось на решетке мяса. Мне все-таки хочется красиво подать, чтобы она не развалилась. И второй момент. Апельсин. Обычный апельсин. Перевернули и поливаем.
Все, друзья, рыбка готова. Жарилась она буквально минуты по 4, наверное, по 5 с каждой стороны. Апельсиновый сок сделал вот эту глазурь красивую, плюс насытил рыбу. Рыба морская с цитрусом очень хорошо сочетается. И сейчас я ее заворачиваю в фольгу, прежде посолю, потом заворачиваю в фольгу и убегаю домой, чтобы не нарушать карантин. Не повторяйте за мной и повторяйте, если вы живете в частном доме. Подписывайтесь на канал, лайкайте, делитесь видео. Будем делать вкусные ролики. И да, забыл. Подписывайтесь на Instagram Kitchen, 2 нижних подчеркивания, go. И там вы сможете приобрести мангалы, как стационарные, так и переносные. Все, всем пока.